Трое ульяновцев незаконно добывали песок из карьера близ поселка Плодовый железнодорожного района. Мужчины с использованием экскаватора грузили песок в КАМАЗ, после чего вывозили добытое и использовали по личному усмотрению. За что были задержаны сотрудники полиции? Был на территории Плодового, возле карьера. Подъехал КАМАЗист, попросил загрузить песка. Я загрузил одну машину песка. Подозреваемых с поличным задержали сотрудники службы экономической безопасности и противодействия коррупции. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками службы экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по железнодорожному району города Ульяновска были задержаны с поличным подозреваемые в незаконной добыче песка. В настоящее время по данному факту органами предварительного следствия решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Назначены соответствующие экспертизы.